давай сюда, направляй. Все, давай. Давай, поехали, садись. Маленько с ними до храма, откроют храм, в храм зайди, захвати, а потом, так, сейчас, подождите, потом мы выйдем и пойдем на разводку. Надевайте, у вас плохо хватит, потом оттуда ты вон там пруд захвати, батюшкины ковешек, остановишься, приблизишь, секунды по три захватываешь. О! Потом вокруг захватишь машину. Так, три патрона. Чтобы храм был, вверх видно там кресты. Так, заходите. Мы вам откроем. А, я выйду сюда. Проходи в храм, Вовня. Игорева склады 504 квадратных метра. Потом можно будет поснимать, показать. Это своя машина купили. Это вон дальше видно наш пруд.
где крещение, там мы поснимаем. А вон, видать, дальше далеко, это лагерная. Маленько, если можно, приблизь, показать. Это качели видно. Это батюшкино хозяйство, его дом. Вот. Это потеряевский транспорт. Вокруг, смотри, сколько велосипедов тут. Вон, вон, вон дальше идут. И там машины. Видишь, сколько овечек батюшка держит. Иногда у него до сотни доходит. Поснимай. Пошли. У батюшки березки насажены. Посмотри, сколько створил. Отсюда сейчас храм, покажи, как он выглядит. Вот этот крест синий и сверху. Этот синий крест сделали на стенке, вот посмотри. Когда-то он был наверху. Вот отсюда, подойди. Более видно, хорошо. О, скотина это Игорева. У Игоря тут половина стада это его, это староста деревни. А жена как завуч здесь, сейчас все в храме у нас. Потом мы придем. Вот. Вон скворец, кажется, сидит. Нет, воробей. На храме. Все абсолютно своими руками. Здесь только храпево было. Вот 360, сейчас уже больше 400 на Алтае только погибло. Только вот одно село восстанавливается. По России это 17 тысяч сел. То, что государство образующее население было, все разъехалось, пилось и ничего. Это умышленный, как патриарх Алексей II сказал, геноцид русского народа. Ну это так понятно. А там вон техники, вот смотри, вот у одного человека сколько у него, вон, видать, трактора стоят там, и комбайн, это все с нуля. Он приехал, ничего нету. Один ребенок и все. А сейчас двое учатся. Без чисто поддержки, только на своем горбушке. Все абсолютно. Так, идем. Мы поехали? Да, вот сюда сейчас. Разгружаться будем. Мы сейчас вас разгрузим. Че я? А ты, значит, иди туда-туда, мы подождем. Да беги туда и открой этот саманный. И мы сразу начнем разгружаться. Заедем там, ворота открой пока. Подожди, я с тобой пойду. Подожди маленько, когда мы махнем рукой, тогда подъедешь. Выключать? Все, поднесем скворечников. Он сам все насадил деревья, все выросло. Это все с нуля. С нуля. Здесь только одна крапива росла 20 лет. Крапива, воробьи, зайцы. Ну а сейчас живут люди, дети. Это батюшкин дом. Специально сделал наверху молиться зимой. Вот, ну и какой домик у него хороший. Здесь ворованного ничего нету. Никаких спонсоров, сами работали. Продавали, матушка у него, она агроном. Сотрудничала с институтом, там семена продавала. У нее все здесь было. А это вот Плотников, вот тут Серафима живет. А они сами уехали в Грецию. Вася у меня на квартире живет, учится в медицинском университете. Вот, пожалуйста. У батюшки это первая, самая ранняя черемуха, самая вкусная в деревне. А вон скворцы. Видишь, залетает скворечник. Вон тот скворечник сейчас вылетит оттуда. Вот посмотри на него, наведи. Вот, вон тот желтый, который. Вот он где стоит. Сейчас что-то не вылазит. Сейчас я вас шубну. Ну-ка. Вот он, выскочил, вот он. Ха-ха. Пожалуйста, пойдем дальше. Это вот Никитина, он сам уехал, а мать осталась здесь. Вот тут деревня. Эта деревня была основана в 1818 году. А Корчина, рядом, которая считается главнее, она в 1825. Ну, считай, на 7 лет позже нас возникла. Это вот диакон живет, он. У него, видишь, тоже снегоход. Машина. Вот, жена учительница преподает здесь. Вот. Теперь двое ребятишек осталось. Вот, а это вот была тут врач Золотова.
кандидат медицинских наук. Она уехала в оттуда приехала в Академгородок. Сейчас где-то в Мирете там, в Новосибирской области. А это приехал зять ее, Алексей Загуляев, с Наташей. Теперь живет тут Глушкова Неонила. Это ее дочь и зять. Вот. А это вот техника Потеряевская. Он уже не видишь там. Трактор, его видно, свой тракторенок. Дом обделал как. Антенна какая параболическая. Вот смотри, молиться некогда будет. А вот этот дом интересный. Тут самый главный враг деревни был подполковник милиции. Кажется, он подполковник был. Дружинин Геннадий Петрович. Очень скволыжный мужик. Я преподавал, вел занятия в его отделе милиции, где он был. Он говорит, такой скандальный мужик был. И он здесь нормально, сын у него был, теперь он к сектантам ушел. А он пьянствовал и все подсматривал, и в прокуратуру стучал. Большие тут проверки были, ничего не подтверждается. Тут секта такая, кого-то ограбили. А потом давай по деревне бегать и прятаться. Меня, говорит, Игнатий хочет убить. Ему говорят, так он в городе Барнауле. А он ночью приедет, меня убьет. Ну, то есть сумасшествие полное. Я судился с ним за клевету, и он страшно перепугался. Проходит немного времени, и он внезапно его инфаркт, или он умер. И вот этот домик Самана, он нанял из Самана. Это мы его обложили. И что, как Бог сделал? Он против веры был. А тут мы собирались и молились. Он никогда об этом предположить не мог. Мы здесь молились. А потом, видите, как обложили, и никто не покупал домик. Ну, никому он не нужен. Тут ни синей, ничего не было. И она пришла, и я этот домик купил. Так вот он для меня делал. А когда уже все мы здесь сделали как надо. Вот, сейчас уже. Сейчас мы сюда зайдем. Вот. Откроем ворота, наша машина зайдет. Смотри-ка. Мы здесь разгрузим наши книги, которые для благовестия. Вот я пошел пока открывать дом, а Николаю Махно он подъедет. Давай, сюда, подъезжай. Смотри. Нет, не надо, не надо. Не надо? Дверь. Не надо, ладно, открывай. А потом он выйдет, вы заедете, тоже разгрузим. Открывай. Фу-фу-фу-фу. Банки тоже разгрузили. Давай, все, выкидывай. А потом книги, а потом заново погрузим. Вот так. Ну, книги свободные. Подойдите обратно, отдадим туда. Теперь главное книги достать.
Вот так. Потом мы пойдем голубей выпускать. Я привез две коробки голубей. Это мои голуби. Тоже сторонка. Это куда? Это никуда не трогать. Сюда. Это все туда. Теперь сюда. Так. Подожди. Вот надо было то ли поближе, то ли как. Вот, покажи оттуда свет. Зайди, с какой стороны удобнее будет. Наверное, оттуда. Да видно, видно, видно. Оттуда зайди. Видно. Так, а, вот все, носите вот сюда. Вот эти, отсюда их подсовывайте. Эти книги куда? Это тоже книги. Здесь. Не, не, не сюда. А вот сюда. Все, и посмотри, там написано должно быть. Тогда отдельно положить. Я не знаю, покуда туда заносить или как. Вот сюда можно. Я даже журналы какие-то. Подряд, опять. И в один ряд ложим. Не-не-не. Брат, хватит снимать, таскай. По томам будем складывать. Чего я там? Я тут посмотрю. Ну все, пока тут. Берите. Там зайди вокруг. И зайди в комнату, там все поснимай. Вот. Это у нас саманы изнутри домик. Здесь мы принимаем гостей. Все какой тут порядок, обои. Все это у нас сделала Наталья Приходько. Постаралась сестра наша. Книги для подарка библиотекам пойдет. У Новосибирской центральной библиотеки все книги наши. 38 книг, так что, Саша, можешь там посмотреть. Вот. Thank you.
у Сережи тут вольер, собаки будут. Ну все, пока. Потом в другом месте будешь снимать. Пока помоги таскать. Десятки ласточинных гнезд. А так как вот на лепленной везде. Куда ни глянь, везде ласточки, ласточки, ласточки. И у нас в храме на иконах ласточки. Залетают прямо в храме, летают. Вот. Ну все, тут тишина, ничего нет. Завозили асфальт очень далеко, то есть пошире камни, поэтому чтобы оно не могло, не тянуло оттуда сверху. Все это мощное. Ну, конечно, была уже техника. Но все начиналось с нуля. А тут дерно-очистительная машина, уже не первая. Здесь сварки работают, дробленки, техника, сварочные аппараты. Тут и ружье у него есть. Даже ружье лежит рядом. Видать, очищает склад. Пошли! Сарик? Ну, Сарик. Вот отсюда лагерь зацепи, покажи, сам наговаривай. Лагерь, вот это вот наши склады, вот, это балерина называется, большая. Балерина — это сокращенная аббревиатура. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Это выкопанный колодец. Вот. Это место интересное очень. Слева это лабос, храним продукты. Справа это тестомес. Искусственно там держать, все делается. Там он парник, ну давай теплица самодельная. А дальше там столовая, когда думали, что много людей будет. Большие столы, но такие столы, чтобы длина, ширина была 1,80 м, чтобы людям можно было и спать на них. Не подходи только, не надо. Не надо, чужая собака, никогда не подходи. И теперь посмотри на лагерь, видно там, приблизь его как можно ближе. Дай, Тихоныч, как это чужая собака? Так, что хочешь? Как это чужая собака? Это же наша собака. Не подожди, не надо, отойди. Я сказал, отойди, это не делается никогда. Я никогда не подойду даже к Сережиной собаке без разрешения. Иначе она не собака будет. Она допустит, а она на один минус, уже минус, на один полюс сойдет книзу. Надо, чтобы она облаивала. Это брошенные, с ребятишки как-то бросили его тут с разъезда, но его приговорили уже к уничтожению. Ну, а я ему в капне сделал конуру и стал прикармливать, а потом Витя передал, а Витя он сделал конурку, он живет здесь. То есть из ничего можно что-то сделать. Это наша баня, потом давайте разгружать. Фотографируйте без ограничений, где хотите. Сейчас пойдем я голубей его пускать, тоже интересно даже. Давай. Так, хорошо. Заноси туда. Так, куда? Да, на водичке. Вот. Давай, разгружай. Это все ласка.
выноси. Дрова заготавливают, работа так. Ребятишки тут помогают с детьми. Подалась. Потом дверь откроешь, в комнату войдешь. Давай, еще нет. В деревне все разгодится, тут лишнего ничего не будет. Вероятно, сыпу я оставлю здесь. Да. Это Надежда Васильевна, она придет, заберет. Наши книги. Это одной бумажки вытаскивай. Какой колокол, почитай, какой он заглядывает. Так, ну тогда сразу мне веник. 200 лет слишком. Это вот, вот так вот дальше столы ставим. И там вон телевизор стоит. Это просмотровый зал. Это большой экран, очень большой. Дети смотрят. Метелку надо. Погода. Веник дайте ему. Веник, надо найти веник. Теперь, чтобы это у тебя не загудело. Так, ну в комнату можно заглянуть. Давай, тут фонарь зарос специально. Можно в комнату не сходить. Можно не сходить. Дамы, Господи, помилуй меня, Божественное, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Мир дому сему. Светом, вот, видите, как здесь, смотри, какими этажами, везде разбито у меня там и здесь. Я люблю на Затаре, на маленьком пространстве. Ваш дом? Ну, это Викторов, ну, это он мой, но я ему передал его, мой. Вот, все здесь, что строено было, Виктор помогал в этом деле, а так он мой, я на мой материал строил, один я его купил. Вот. Ну это летняя моя резиденция. Тут я нахожусь. Вот моя кровать. На нее пока никто не ложится, потому что я еще живой. Видите, вот это все мои книги у него. Есть. Потом все это посмотрите. Много снимков сделать можете здесь. Это очень интересный материал. Ну что, хочешь шагнуть вперед? Угу. Посмотри. На свет-то ничего ты не возьмешь. Да, это точно. Фу. Много тут было счастливых моментов. Вот здесь вот мы молились. Этот зал, он быстро размонтируется. Вот ты не смотри, что маленький такой здесь. Здесь 60 человек, пресс-конференция бы. 60! Одновременно сидят, только за столами обедать можно. Я сейчас покажу, как на маленьком пространстве можно жить. Посмотри, кровати широкие, это для двоих можно сделать. Вот считай, сколько можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А здесь всего квадратов-то нет. А площадь свободная. Везде полки, полки везде. А только на выходе, вот это вверху, передний свободный. Все. Это распятие. Он стоит, видите, это мой компьютер. Угу. Видите, вот он стоит свой здесь ноутбук. Вот. Там книги. Распахни эти книги мои. Вон там, открой дверки. Дверки обе открой и убери бумагу. Покажи. Смотри, как там. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ага. Вот так. О, вторую там бумагу сверху скинь с книжек-то, вот это, слева-то. Вот, убери ее куда-то вниз. И ко мне открой дверку. О, посмотри, сколько книг. Это все мы несем в библиотеке.
в вашей центральной библиотеке Новосибирска все мои 38 книг. Это дар. На 11 760 рублей в каждую библиотеку я дарю книги. Я имею право, потому что я издавал, набирал, платил. Мне никаких тут, ну, спонсоры были. Но не так, чтобы я в долги был. Вошел и не вышел. Я говорил, если книги будут продаваться, я вам заплачу. Нет, значит, я умираю без долгов. Я в проценты никогда не брал в жизни. То есть, так официально у меня нету, что я вот должен. Но я должен. А вверху вон мешки лежат, вон, посмотри. Это сухари. Это я заготовил столько. Внезапно нужно детям. Не забудь, мы не поедем, один мешок надо утащить. Потому что мы остались без пекаря. Вот так. То есть, в мелочи, во всяком простом деле, нужно просить у Бога благословения. Вот и печи, вот смотри какие. Я сам печник 40 лет. Это печи мои. Сейчас мы идем, Николай. Да, а что? Заходи. Вот наш шофер пришел. Это вот из Рио Новости. Фамилия как? Кряжев. Громче. Кряжев. Капелла. Угу. Александр, вот его представил нам Каспришин Андрей Николаевич. Мир дому всему. Он является первым человеком, который ночевал у меня в доме из посторонних, и при том ночью. Первый. То есть я этого не допускаю. Но тут обстановка такая была, никак нельзя. Родственников нету, едет далеко, заезжает, тем более едет к нам. И у нас устав, везде устав. Но любовь превалирует над всем. Вот по уставу я не должен запускать санэпидемстанции, которая нам вредит. И она осталась на улице. Ну вот мы садимся за стол, я ей вытащил юбку, материю там, а юбки не налазят, она толстая женщина. Теперь оставь документы. Ты не санэпидемстанция, ты просто приехала в гости. Заходи, обедай, смотри везде. Тебе надо осмотреть, была осмотрена, но не как санэпидемстанция. Поняла, поняла, теперь я тебя запускаю. Я ни милицию, ни прокуратуру не пускаю. Против меня столько уголовных дел, и все кончились ничем, они все проиграли. Я не нарушил ни разу закон. Они придумали, что попало. Дети, у меня мальчики и девочки спят вместе на вещевых мешках. То есть что попало? У нас мальчики не имеют права против кельи, даже девочки где становиться. Во время игры не имеют права пальцем прикоснуться. А они такое плели. Спят, говорит, на рюкзаках. А судья спрашивает, а вы там были хоть раз, который? Я был. Ну а когда спят? Не был. Ну как вы можете сказать? Сколько у вас детей было? Говорю, 75. А подушек сколько? 120. Еще бы не, рюкзака спали-то. То есть они никакого предела не знали. Что говорить? Родители не допускают к лагерю. Я забираю детей, я тоталитарный волк. Не допускаю их. А стали на суде выступать один, второй, третий. Говорит, я, говорит, три раза за лето была. Другая, говорит, а я все лето прожила с детьми. Лагерь комплексный. Могут дедушки, бабушки, родители, ну, по разрешению, конечно. То есть они лгали, а лгать-то не надо было, только сказать виноват, и все бы закончилось. Так, мы уходим. Сейчас я займусь голубями и вас отпущу. Так, Николай, тебе нужно что-то помочь, чтобы ремни сделать? Нет. Так, я пойду.